в принципі, багатьом чоловікам треба шукати жінок, які медитують. Повірте мені, це дуже часто буває найкоротший шлях до вашого особистого щастя. Зараз у нас є прекрасна, так, ще одна ідеальна жінка, рудоволоса, талановита. Вона, ну, я не знаю, як можна бути такою красунею, при цьому бути продюсером, режисером і лауреатом міжнародних премій. І ще багато ким, але Яна просто не хоче всі свої регалії розповідати нам. Яна, можна в мене до тебе питання? Девід Лінч сказав, що дуже важливо творчій людині займатися медитацією, тому що це впливає на креативний процес. Скажи, як тобі допомагає медитація у твоєму процесі, у твоїй роботі? Ну, я должна сказать, что, во-первых, я начала медитировать не так давно, благодаря Оле. Оля рассказала мне о том, как все происходит, и я заинтересовалась этим вопросом, потому что наш разговор начался с того, что «Яна, в твоей жизни слишком много всего». Стресса. Слишком много стресса, слишком много всего. Пожалуйста, выбери какое-то одно направление, сосредоточься на этом. И меня это озадачило, ну, в смысле выбери какое-то направление. Столько же всего вокруг, ты ничего не успеваешь, ты постоянно в каких-то истериках, это же весело. Но я уже отдавала себе отчет, но это был сарказм, что так невозможно, и что нужно уметь останавливаться, нужно расставлять приоритеты, нужно понимать, что для тебя более важно. Я почитала о том, что это. Мне тоже, конечно же, интересовал вопрос, вдруг это секта или еще какая-то история. Потом пошла обучаться и поняла, что это вообще никакая не секта, хотя я ждала до последнего какой-нибудь поворот. Подвох. Подвох, что-нибудь. Тобто все одно десь вискочить якийсь, да, чорт, ну, Пилип для... з конопель, да, і щось роз... а тепер ти маєш віддати нам свою душу, мала. Ну, переписати тобі квартиру. Ну, ви розумієте, хоча б для поста на Фейсбуці нужен був якийсь прецедент. Но, к сожалению, нічого не случилось. Или к счастью. Вот. Когда я начала это делать, я поняла, что, во-первых, вот эта техника, когда у тебя есть 20 минут утром, 20 минут вечером, она тебе позволяет поставить на паузу и подумать, и побыть наедине с собой. Вот это, мне кажется, в любом креативном процессе, вот то, о чем мы с вами говорили, это очень важно, потому что часто ты несешься в каком-то бешеном поезде, в горящем, вокруг тебя тоже все горит, и сверху что-то еще подгорает, и под ногами, и все горит. Це у вас такі думки, це у вас такі внутрішні сні. Тому таке руде волосся. Ви постійно в поїзді кудись неситеся, навіть коли зараз сидите поруч з нами, так? Ну, сейчас я уже вижу, что осталось не так много времени, до 8 нормально успеваю. Вот. И вот эта вот техника помогает тебе немного остановиться и понять, и расставить приоритеты. Мне кажется, вот это очень важно в любом процессе, в креативном особенно. Ну, то есть, понятное дело, что поток идей, вот этот вырпуди, который вокруг тебя, и когда у тебя много всего происходит, это класс, но ты в этом всем теряешься, и в итоге все, что у тебя остается, это стресс и истерика. И вот как раз медитация помогает тебе... Ну, я думаю, всі наші глядачі вже відчули, що ви абсолютно не в стресі, не в істериці. Мене цікавить особисте питання. У вас так само ваш чоловік або ваш там коханий – це людина, яка практикує медитацію? Ні, він не практикує медитацію, але я вам об этом розказую. Думаю, що скоро на тим займеться серйозно. А він не думає, що ти у секті? Ні, він не думає, що це. Слухай, Яно, я, як і багато, я думаю, наших телеглядачок знають тебе як ще таку знатну модницю, тому що дуже багато усіляких ресурсів постійно пишуть, в чому вдягнена Яна Отухова. Скажи, чи змінився якось твій стиль одягу, коли ти почала практикувати медитацію? Секта примушує тобі носити чорний одяг. Аскетичний одяг. Ну, виріс собі сьогодні дозволила все. Так, ну тому що на телебачення йшла. Знаєте, насправді у нас дуже мало часу, дійсно, а дуже багато дзвінків на дроті зараз.